Друзья мои, привет! Только вернулся с Почты России, забрал такую огромнейшую посылку. Вес ее больше 3 кг, шла она где-то 1,5 месяца, и стоимость ее $67.50. Это примерно 4000 рублей. Как же вы думаете, что там внутри? А внутри там софтбоксы. Все-таки решил я попробовать со софтбоксами, может быть, картинка станет кардинально лучше. Ну, посмотрим, что загадывать. 4000 рублей. Что я делаю? Зачем мне они? Когда я только пришел на почту, вышла женщина, почтальонша такая, шарообразная. Было упаковано это все, такой пакет, знаете, как из-под сахара. Она достает, прям со всего силы хлобыхает. А стол выдачи, я, конечно, охренел. Но я даже не удивлен, потому что я думаю, за всю дорогу так безобразно относится к посылке. В общем, тут, я так понимаю, смятку все. Ну, будем надеяться. Давайте в итоге вскроем, посмотрим, что там внутри. Тут две какие-то картонные упаковки, еще посерединке какой-то. Просто на это чехлы. Что-то такое. Чем скрываем, смотрим. С ножницами отрежем, чтобы не затягивать процесс съемки. Так, в общем, что мы имеем за 4000 рублей? Это, ну, я так понял, уже готовый комплект софтбоксов, потому что должны быть и стойки, и сами софтбоксы. Осталось только там лампочки будут крутить, и все будет работать. Я надеюсь, что будет работать. В общем, вот такие чехлы, да, что там внутри. Я, если честно, не особо знаток во всей этой фотостудийной оборудовании. Поэтому, если что вдруг неправильно буду говорить, вы меня поправляете. Так, вот тут у нас белая ткань, проводок. Так, и само вот это хреновина. Так. В общем, сейчас надо будет разбираться. Так, это первая, да, есть. Так, аналогичная и вторая. Ну, чтобы с двух сторон шел равномерный цвет. По идее, должно быть то же самое все. Да, такая же белая ткань. И вот этот софтбокс. Так, и теперь давайте посмотрим треноги. В комплекте я заказал еще треноги к ним. Решил сразу заказать полный комплект. Так, вот такие треножки идут. Так, ладно, разобраться сейчас. Что тут к чему? В общем, вот такие треноги. А, вот, все. Я понял, ничего себе, какая-то система, гляньте. Вот это, я так понял, самая длинная будет. Все поставить. А, вот тут еще, смотри, тут еще всякие удлинители. О, это можно вообще делать очень высокий софтбокс. Ну, в принципе, вот он с меня величиной. Вот, и вторая такая же стоечка тоже идет в комплекте. В принципе, мне уже более-менее нравится. То есть, я считаю, за 4000 это удачная покупка. Так, давайте опять тут попробуем раскрыть. Вот, так, давайте теперь я немножко соберу. Сейчас отвлекусь, немножко соберу. И включимся уже, когда будет собран софтбокс. Вот примерно какая-то такая картина начинает вырисовываться. Собрал я, в принципе, все достаточно просто. Я купил софтбоксы под лампочки E27. Я не знал, что придут именно софтбоксы, поэтому у меня только одна лампочка будет с теплым цветом, а другая лампочка будет с белым цветом. Ну, я думаю, прикупить потом поярче такие белые лампы.
Или нет, подождите, у меня же есть одна вообще мега-лампа. Сейчас я приду. В общем, есть у меня занатички вот такая вот лампочка Е27. Она сейчас скажу на сколько? 45 ватт. Сейчас мы ее вкрутим. Она белого цвета, такого холодного. Сейчас мы хорошо ее вкрутим, проверим, работает ли она. Она просто, единственный минус этой лампы, она очень долго раскочегаривается. В общем, вставляю лампу. Сейчас пойду посмотрю, влезет или нет. Вроде влезло. Так, все, теперь осталось нацепить вот эти защитные экраны. И будем пробовать. А, сейчас для начала хотя бы вообще попробуем, работает ли это все дело или нет. В общем, у меня тут... Ох. Что я тут... Сейчас, секунду. Немного не закрепил я снизу. В общем, закрепил. Все, теперь включаем. Оп, работает. Вторая. Оп, работает. Вот так вот интересно получается. Теперь ставим белые экраны. Поехали. Вот я включил, правда, вам, наверное, хрен что видно, потому что работает автобаланс белого в камере. У вас, наверное, вообще все темно, потому что софтбоксы направлены на вас. Теперь я сейчас разверну софтбоксы и посмотрим, что вот, какая картинка получается. Друзья мои, ну вот примерно какое-то такое освещение получается. Мне, если честно, очень даже понравилось. За 4000 рублей мы получаем два очень хороших софтбокса, стойки. Подходит под патрон Е27. Ну, что еще можно желать? В принципе, достаточно неплохой цвет. Ну, вот эти блики на заднем фоне гораздо уменьшились. Плюс освещение все идет точно направлено. Сначала собирается, потом через вот эту белую ткань полиэстер рассеивается. Мне очень нравится, в принципе, я рекомендую продавцам. Все ссылки. Все будет под описанием этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!